Конечно. Вот это росомаха. Вот это движуха. В траве ничего не торчало. По траве. Сейчас газу давай, чуть правее, газу. Привет, а чего ты тут сидишь? Ты подраненный, что ли? Так, гусяночки мы колеса подспустили. Вот, более уверенно поехал. Пошел. Так, первая маленькая у нас преграда. Направляемся мы вдвоем, пока вдвоем, в тайгу на болото. Вездеход застрял в луже. Сейчас разматываю лебедку от квадроцикла. Попробуем его цепануть и подтащить. Надо-то чуть-чуть, а он почему-то зашлифовал. Ну, хорошо, когда едем вдвоем. Вот тебе вездеход, тигр. Так, цепляем лебедку. Техника на грани фантастики у нас. Так, зацепились. Сейчас я его буду подтаскивать. Я думаю, он выйдет. Да, он шлифует, колеса слабо накачаны, ему надо колеса подкачать. Выехал. Вить, давай натяни трос, я намотаю. Вот такая у нас традиция. Заехали мы в первую лужу, и у нас отломалось колесо. Сейчас мы пытаемся его спустить, гусянку разобрать. Надо ехать в город за валом, делать новый вал, приезжать сюда и вездеход соединять. Приключение начинается. Охоу, я вот его пытался тащить на квадрике, но бесполезно. Наше приключение таковы: сняли мы гусянку, колесо отломанное, и потихонечку на трех колесах и без одной гусянки мы сдали на сухое место. Сейчас будем пробовать смотреть, что уже у нас отломилось и что, и сможем ли мы это починить на месте. У меня есть ключики рожковые только. Сейчас пойду. Пошел. В общем, потом будем каким-то образом смотреть, как нам развернуться или что делать. Так, потихонечку сейчас технику разворачиваем. Давай. Убивает. Скорость убивает. Ух, утки. Хорош. Стоп. Давай теперь вперед потихонечку. Давай. Опа. Тихо, закапываешься. Давай руль выверни в эту сторону, закапываешься. Гусянка чуть-чуть цепни. Назад попробуй. Еще.
Еще заднее колесо, видишь, пустое. Давай, 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 давай. Ай, красавчик, стоп. Теперь вперед. Накатом прям. Накатом. Выбивает скорость. Так, мы пробуем. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Собака. На песке шлифует. Да. Назад дает нормально. А вот вперед, потому что у нас на переях только гусеницы, ой, цепи. Сзади у нас просто колеса спокойно болтающиеся. Поэтому мы и зарываемся передними, а там гусянка. Сейчас будем пробовать смотреть. Ладно, считайте, что мы развернулись. Песики. Задняя полуспущенная. И еще чуть-чуть. Вот. Отлично, стоять. Ведь задняя спущенная, нужно будет его или подкачать, потому что оно спущенное. В данный момент его накачивать надо. Ну, в общем, мы пока выровняли, ждем. Да, все пойдет, ждем машину, прицеп, грузим вездеход. Рыбалка закончилась. Но еще не на сегодняшнюю секунду. Ну что ж, пробуем двигаться. На трех колесах и на с одной стороны на гусянке. Потихонечку колесо заднее у нас отвалилось. Пробуем, что получится. Ну, потихонечку едет. Тяжело, конечно, но двигается наш вездеход, проехал большую лужу, дальше у нас везде сухо, больше у нас луж нету. Нормально, нормально. Впереди убежали. Вот на трех колесах. Потерял одно колесо. Поехал, поехал, поехал. Хорошо пошел. Доездились мы. Сломалось у нас и второе колесо. В общем, весело однако. Хорошо подъехал к нам эвакуатор. Вот сейчас мы погрузим все это на прицеп. И увезем его на починку в город. Осторожно, может быть, ругательные слова. Вездеход «Тигр» не доехал до рыбалки. Упадет нахуй. Упадешь.
Упадет назад. Давай назад. А эти колеса. Еще маленько. Давай еще. Еще маленько. Альбар, хватит только мак. Пускай на ледёдке стоит. Не, ну там тогда на ледёдке не стоит. Так. Наручник поставить. Да, наручник. Ну, в общем... Нет, не поставил. Загоняем. Загнали наш вездеход. Сейчас потихонечку надо будет ехать. Вот так. На ремонт. Ну а мы тем временем будем продолжать путь дальше. Поехал вездеход на ремонт. Но... А мы продолжаем... Путешествие обратно в тайгу. В общем, разворачиваюсь я. И мне сказали, езжай. Меня нагонят. Чувствую, мы сегодня будем допоздна рыбачить. Фух. Ну ладно. Разворачиваемся. Так, ну что. Было нас много, остался я один. Ладно, поехали, друзья. Вот я и доехал до второго перекопа, Михалыч. Говорят, ты и здесь перекопал. Всю дорогу рыбакам, охотникам. Прям так серьезно-серьезно перекопал. Ну, пойдемте посмотрим, что ты тут накопал. И насколько
Серьезно. О, понабирают по объявлению. Так, здесь разворачивались. Да прям три траншеи перекопал. Ты глядишь, какой красавчик. Вот одна траншея, там вторая и третья. Все для людей. Тайга для людей. Вот и тут свеженько копал. Ну вот смотри, Михалыч, можешь свой трактор заводить заново, копай туда еще метров 100 в тайгу. Вот, потому что видишь, он пролом. Сейчас вот я его объеду. Вот. Сниму теперь на той стороне. Ха, Михалыч. Поехали, друзья, на рыбалку. Поедем мы в объезд. Вот так вот, Михалыч, потихонечку. Метр за метром. Объезжаем мы твои перекопы. Да, может быть, жигуленок тут и не проедет. Или что-нибудь посерьезнее. Ну, а мы вот, как видишь, уже по накатанной дороге проезжаем. Раз, раз. Вот здесь прям вообще. И трубу даже перерыл. Ну вот. Лучше копай, Михалыч. Ладно, друзья, поехали дальше. Тут детский сад на кране развлекался. Доехали. Доехали до места съезда в болото. Вот такое вот болото впереди нас ждет. Лес лесом, тайга тайгой, дороги дороги. Ну вот мы доехали до съезда. Такая няша ждет нас 27 километров, чтобы доехать до места рыбалки. Экстрим только начинается. Вчерашние поломки, точнее сегодняшние рано утром поломки, отломанные колеса у вездехода. Это только начало путешествия. Будем надеяться, что вся техника вернется в целости и сохранности. Вот. И мы в то же здравии. Пожелайте нам удачи. Вперед! Держи. Коробочку тоже. Аккуратненько. Вот первое у нас. Только съехали, уже увязли. Я сразу пониже. Конечно. Выходит, 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 выходит. Не надо, взад идет, идет, потихонечку идет. Чего не взял ведь его? Идет, идет тихонечко, идет, идет. Идет, идет, идет. Не надо шлифовать так, тихонечко, оно идет, идет, тихонечко, идет, идет. Идет, идет, тихонечко, идет. Да уж, грязи, да грязи. Что думаем? Да. Таких торфяников много, да? Нет. Вот этот один только самый такой. Самый запасный, да? Да. Как они тут проехали? Ну на оборотах как? Нет, тут не на оборотах. Если я
по этой пуне поеду. Что тут у нас? Камыш? Да, камыш. Вода, да? Нет. Кочки, кочки, корневая система. Давай прямо так, Валерий Карлович. Как? Сейчас я. Вот так вот, давай. Да, вот по краешку попробуй. Пойдет, да? Ну, корневая система, я думаю, что она еще не провалена. Краешком. Краешком. Давай, подгазовывай, подгазовывай. Вот это росомаха. Вот это движуха! Не знаю, что тут быть. Что делать, блин. Тут ведь, наверное, это тут жопа, наверное, видите? Тебе-то да. Че? Я говорю, ты надеюсь, все снял. Все снял. А я, откуда я знаю? Картинку смотреть надо. Так, ну... Иди, иди, иди. Угу. А нам как? Не пойду. Не пойду, конечно. Нет, а там мясо есть. Да я знаю, что там мясо, Витя. А? Я знаю, что тут мясо, блядь. Чё? А? Ну чё? Вот наш друг ползет по болоту. Я схитрил, скинул балласт и на квадрике промчал все эти болота. Мужиков послал пешком пройти. Как говорится, вот Виктор возвращается. Осторожно, там гуси-гуси. На лесопедах? Ну вот, первую прошли. Друзья, нас еще одна очередная ямка ждет. Накатом должны ее проехать. Говорят, здесь песок. Действительно песок. Движемся по тайге. Уже проехали 12 километров. Кругом валежники. Вон, друзья, на дороге копылушка сидит. Если видно будет, потом приближу. Вот, не боится нас, молодец. Никто ее не тронет. А вот здесь вот, вот такая вот штука хорошая. Но мы ее объедем. Не будем пачкать нашу технику. Поехали туда. В сторону копылухи. О, полетела. Заметила нас. Мы сейчас потихонечку объедем. Такое вот
Оно песчаное, в принципе, можно для картинки проехать было полуже, но как-нибудь в следующий раз, друзья. Еще впереди столько болот, столько неизведанных далей. Хорошо, когда ты в компании с кем-то, и сзади тебя такой же трактор едет. Вот. А когда ты один, лучше не рисковать. Риск, конечно, благородное дело, но не в этом месте. Так, друзья, у нас легкая преграда. Сейчас мы ее поснимаем. Как она нам пройдется. Андрюша говорит, возьми левее и газу. Ну, поехали. Левее, левее, во. Газу. Делают объездные дороги, чтобы можно было спокойно, без рвения машины проехать. Даже серьезные квадроциклы в виде шерпов, странников и прочей бендюргистики. Так вот мы потихонечку двигаемся в направлении. Болотным дорогам, по торфяникам, по лесным полям. Вот здесь сидели когда-то. Вот здесь тоже сидели в свое время когда-то. А мы объедем аккуратненько. Раз. Еще будет время порвать машину. Проезжаем озеро слева. Наша росомаха потихонечку выжит. Просто хорошечно-сказочно. Откуда это слово хорошечно? На каком таком языке? Хорошечный, чешский козел. Чешский козел? Вот оно чело. Вот от теле так сила. И компасные словечки. Кокошунко. Ну, хватит вам, друзья. Посмотрели и будет. Будет что поинтереснее. Остановимся, покажем. Подъехали к очередной луже. Вот. Ага. Поехали потихонечку. Главное, пеньки. Тут мы поедем за мужиками. Настильчик тут сделали.
Так, вот это тоже, по-моему, что-то такое. Так, где мы тут ехали? Влево, вот по навалу. Да, по навалу. И прямо, прямо, газу давай, все. Не надо газу давать, потому что ты такую няшу сразу бульк и запрыгиваешь. Так, ну вот мы и подъехали, друзья, к самому вкусному. Сейчас вот здесь посидели, подумали. По над левой стороной там, конечно, шоколадно вкусно. Что, на пониженной или на повышенной? На пониженной. На пониженной. И включаем на пониженную. И, как говорится, второй раз надо по-любому проехать, потому что еще тут не один раз придется кататься. А когда ты уже второй раз проехал, уже понимаешь, где, чего и как. Вперед, друзья. Ох, вот здесь нам нужно до Бора доехать. До Бора доехать. Сейчас вот мы возьмем немножко левее. Левая. Вот прямо по траве езжай, прямо по траве, вот по этой, прямо посередине. Ну понял. А что, по этой траве ничего не торчало? По траве, по траве. Сейчас газу давай. Газу давай, чуть правее, газу, газу. Вот в эту шоколадку. Ох, как вкусно! Хорошечно! Ну а теперь потихонечку заезжаем в этот мостик. Чтобы, как говорится, все было пучком. Прибыли, друзья мои, к одинокому рыбаку и к одинокому охотнику в гости. Вот его хоромы. Наконец-таки мы доехали. Ух, как тут дико, как тут классно. Там течет речушка, мостик. Где-то здесь озеро. Будем рыбачить. Ой, сказка. Ой, зайти на траву. Но я вам потом еще все покажу. Вот у нас первый дымок. Приехали, растопили печку. Как бы все хорошо. Пойдемте зайдем в гости к нашему хозяину. Ух, все самобытное. Но печечка у нас такая, друзья. Русская печка. Дымок уже так стелится. О, тут мы будем отдыхать, жить, работать, помогать, рыбачить.